Помидоры, кабачки, ягоды, мед и даже арбузы. Нет, это не скатерть-самобранка, а ежегодная ярмарка выходного дня. Уже 13-я по счету. Каждый амурчанин знает, отправляться за покупками лучше ранним утром. Ведь именно в эти часы ассортимент шире, да и большого ажиотажа среди покупателей еще нет. Татьяна Люкина вместе с дочкой на ярмарке частые гости. Каждые выходные приезжают к амурским фермерам, чтобы выбрать сезонные фрукты и ягоды. Вот сегодня мы купили голубицы и домашние яблоки, которые чистые, надеемся, очень вкусные. Каждую субботу приезжаем, да, что-нибудь покупаем. Еще вот планируем взять кукурузы, так как сезон уже начался, очень хочется кукурузки. В основном фермеры предлагают овощи прямо с грядки. Цены разные. Килограмм свеклы обойдется амурчанам 60 рублей, картофель 35, пучок свежей моркови стоит 80, а зеленый лук 30. Выращенные продукты на ярмарку выходного дня привез и Александр Попов. О торговой точке садовод-любитель позаботился заранее. Ведь за несколько лет у Александра уже появился постоянный покупатель. Признается, свой огород выращивает не ради прибыли, а скорее для души. Продукцию мы выращиваем, но мне дача перешла в наследство от мамы. И как бы я выращиваю очень долго, более 30 лет. Вот. А последние годы я плотно занялся этим делом, потому что мне это нравится. Помимо овощей и ягод, амурчанам предлагают мясо птицы, куриные яйца – 100 рублей за десяток. Появились на прилавках и соленые грибы. За пол-литровую банку маслят придется отдать 300 рублей. Грузди дороже – 800 рублей за литр. В очереди выстраивались и любители меда. Цветочный, липовый, таежный можно было оценить и попробовать на месте. Также спросом пользуется свежий хлеб, ржано-пшеничный с солодом и с отрубями, кисломолочные продукты из натурального козьего молока, сыр, творог и йогурт разошлись за первые 3 часа торговли. Мы сегодня привезли, каждый в субботу привозим козью молочку, хлеб бездрожжевой и квас. В том году у нас был спад небольшой производства, были трудности в нашем хозяйстве, и мы пропустили. Сейчас мы расширяемся, снова молочка появилась у нас, снова мы опять с сыром, с молоком, ну и с хлебом все так же. Ярмарка выходного дня работает в Благовещенске по субботам до 13 октября. Приобрести продукты амурских фермеров и садоводов можно с 9 утра до 16 часов. Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.